Всем привет, друзья! У меня на канале Санек Маляр. Так, что хочется сказать? Что у нас опять дождик начинается? Вчера был дождик, он сыро. Сегодня опять дождик. Решили дальше опять продолжать с трактором Пионерчик. Так. Саня вот вышел. Саня, здорово. Здорово. Давно не виделись, да, полчаса назад. Так, пока. Пока увидел. Костя Мердишов, спасибо огромное за подарок. Вчера приехал подписчик мой, недалеко живет, привез вот такой изолятор. Не знаю, не изолятор, а звукоизолятор. Как его? Шумка, да. Ну, хорошая вещь такая вроде. Не горит. Не знаю, это... Но, во всяком случае, использую. Толстоватая такая офигенная штучка. Название целый рулон прям привез. Тут мы что, прошлись по трактору, лонжероны мы прикрутили, все подогнали, все отверстия сделали. Бим-барим-барим-барим с этой стороны. Тоже все нормально. Колеса вывернули, чтобы нам не мешались. И вчера мы с Саней день убили на бампер. Бампер готовый, красочка подсохла, да, Саша? Сегодня мы, вчера мы... Поедем. Сейчас мы... А где Гриша? Пусть выходит. Гриша вообще не... Я ему скрикнул, он... Не хочет. Вот он идет. Гриша, надо же ставить сейчас бампер. Гриша, здорово. Привет. Здорово. Так. Да, конечно, для этого. Не, мы для тебя не для съемок, а нам надо это... Помочь его бампер сейчас вот этот поставить. На, тебе... Вы держите? Тебе... Нет, мы тебе камеру даем. Да. Сегодня ты будешь ответственный за видеосъемку. Если будут руки трястись, это... Это не ко мне. У Григория. Так, он не сильно тяжелый, я мог его, конечно, один взять. У нас есть помощь, чтобы не воспользоваться. Так. Сюда. Так, бампер. Вот так. Краску не горявай мне. Блин, а, вот. Тихо. Саня, у меня вчера целый день за эту краску. Блять, далеко-далеко. Далековато. Вот, у меня все, подожди, да я попаду. Ну давай, попади. Держи. Так, где там? На меня еще надо? Так, подожди, чуточку. Подожди, упал. Подожди. О! Что, по-моему, отверстие ближе будет, Саш, нет? Так, ты посмотри, там есть резьба? Да, резьба, все. Сейчас. Вверх-вниз. Ты хоть говори. Сейчас, подожди, сейчас непонятно тут, подожди. Ты пошатался. Так, кверху приподними. О, подожди, я сейчас... Все-таки нужен третий. Ниже чуть-чуть опусти. Все, подожди. Только третий сказал, чтобы не подходило. Так. А то я всегда один мучаюсь, блин. А так сейчас меня, видишь, трое. Один снимает, другой кретит, крутит. О, вот так, подожди. Держу. Сейчас он не идет. Блин, он снимает реально. Сейчас ключ. Так, вроде все, сейчас подожди, я хочу. Ключ возьму. Не торопись, он не устал. Не устал. Так, там, да? Да нафиг я его держу. Стою тут, умираю. Да, побегает. О, устал, Саня, давай быстрее, бля. А ключа тут нету. Да он здесь, давай быстрее, он падает. Ой, блядь. Давай. Умер. Давай быстрее. Пока не началось. Эх, не успел. Я не могу держать. И там будет. Саня. Что-то ребята торопятся. Давай быстрее. Фу, Саня, ну, давай быстрее. Идет. Саня, блин, не могу держать. Саня, давай быстрее. Че, идет процесс крути? Да. Сейчас пошло. Че, не идет. Опа. А вчера как шло, да? Вчера как по маслу. Не торопись, я шучу же, что-то.
Подними чуть-чуть. Может, еще поднять? Подожди. Чуть-чуть отпусти. Почему ты на? Давай стой, подожди. Убери руку, не видно. Видишь, надо. Здесь много выше. Много выше. Чуть-чуть ниже. Сейчас, подожди. Возьми другой. Другой возьми. Во! Первый раз, блядь. Наверное, может, снимали, одевали несколько раз. Ой, банкер. Должен закусить уже. На себя чуть возьми. Оп. Тяните, Шура. Да. Держите, Шура. Держите, она же... Как она, золотая, да? Ну это пилите. А, пилите, Шура. Да. Да возьми другой, что ты там... Что, пошла? Все, пошла. Да, пошла. А, хватит. Сейчас еще один. Начали. Что, вверх-вниз? Пошла, отпусти чуть. Все, закусила. Все, пошла. Получается, как машинка Зингер, блядь. Все, теперь тут все попадем, и все, потом будем... Вот. Все, подожди. Не дышите, не мучите. Так, чуть-чуть. Что там? Вниз. Все. Ну, можешь присесть и... Да, я поснимаю. Блин, вообще рукой все закрыл. Так. Ну, теперь. О, блядь, что ли, первый раз начали? Ну, я же говорю, надо свет выключить. Все, хватит. Так, теперь, Григорий, вверх. Вверх. Саш, вот этот край пойми. Поймай. Вот этот край. Ага, сейчас. Что-то. Да фиг знает, кто-то опять. Выше подними. Да, Андрюха? Все, вот ты смотри, залезла. Ну, ну да. Ну давай, подсохнет, наберешь меня, я пока дома, тут дела у меня как раз есть. Все, все четыре поймал, тут все четыре поймал. Ага. Лучше, там одна, ну все, и мне нормально будет. Я тут как раз у меня дела. Где? А, да, 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 да. Все, давай, давай, наберешь тогда. Иду. Так, ну все, вот такая... У нас задумочки с передним бампером. Так, здесь у нас все идеально у нас получилось. Сейчас мы смотрим. Вот так. Оп, оп. Смотрите, как идеальненько получилось сразу. Да. Видите, как идеальненько получилось, ровненько. Ну, вот нормально. Мы вчера, видишь, проваривали, все на прихватке все взяли. Что, один не подходит? Что, не сверх его? Чуть-чуть выше. О, все, все тут, все. Да-да-да. О, зашел. Там еще эти... как лонжероны амортизируют, то есть болты взял впритык. Ну это не крутится сам. Да, я болты брал в притирку, а давай под... не болты, а сверлили в притирку. Ну и сверлили в притирку, и болты я взял этот размер, длина болта, потому что этот гравера сейчас сожмутся, этот лонжерон он вот здесь тоже как амортизатор он отошел. Это работает. И вот сейчас подтягиваешь, когда она на место садится. Все, красава. Так. Ну все, никуда не ушло. Здесь все ровненько.
получился, кажется, со стороны длинно. Но мы когда... Я его использовал, когда еще в совхозе работал. Мы им толкали тюки 450 килограмм, которые пресс прессует. Мы толкали. Здесь был... Ну, передом подъезжаешь к тюку, он здесь такой круглый. И одним действием убивали два зайца. То есть, если тюк катится спереди трактора, то есть его брали, то есть себе домой, который не катился, а трактор на него заезжал, то есть он помягче был. То есть проверяли плотность одним делом. И второе, когда перекатывали, значит, в одну кучу складывали, и потом трактор уже грузили его на телегу, и быстрее дело было, короче. Один грузил куном, а другой сталкивал бампером. Ну, конечно, бампер до блеска натирался здесь, крутился, конечно, здесь номер у меня будет пионерчик, его, конечно, все это сотрет. И бампер дотирался до блеска. Ну вот, убивали, я говорю, два зайца, то, что мы катали, толкали, вернее, эти тюки, и проверяли плотность тюков, то есть бампером трактора. Ну, Саня поправил, чтобы красоту взять. Ну, их мы сегодня, я сегодня их уберу, они уже начинают мешаться. Длинные еще из-за того, что... Чтобы на всякий случай толкать тюки или еще что-нибудь, ну, для прикола. А одно здесь будет кенгурятник, и он будет смотреться ништяковско, как у Санька. Вот у Санька сейчас... Пойдем, я вам покажу. О, солнышко вышло, блин. А у Санька чуть поменьше делал. Вот он размер. И получается, кенгурятник встает и смотрится покрасивее. Когда бампер маленький, он, ну, не очень как бы смотрится. То есть вот такой обзорчик меня еще просил снять там. А, бампер. Что там? А, ты это решил показать. Но он будет вот в этом месте где-то вот так вот стоять. Ну, держу. Так, да, он будет где-то вот так смотреться. Так, и параллельно, да, вот так где-то будет. То есть вот так вот будет здесь еще фары. Фары отсюда уйдут на кенгурятник. И будет она вот так, она офигенно смотреться. Ну-ка, спереди-то. Ну, ништяковская. Красота. Среди бегущих первых нет, нет, отстающих. С колесами будем еще что-то делать. Она вон спускает, видимо. Там у нее не пилек тут. Вон болт какой-то. Фиговый. Но уже к нему не подлезть. Я прикрутил. Так, подкачали. Ну, временно примерить. Посмотреть. Будет поновее резина ставиться. Диск переворачивается, красится. Ну, короче, еще работы много. Сейчас мы главное, что лонжероны и бампер уже сделали. То есть 3 дня буквально. И все готово. А так кажется длинный, смотри, вообще капец кажется. Ну, что за фигня такая длиннющая. Но, эту длину сгладит вот этот кенгурятник, который будет спереди. Вот он такой, Санек. Санек, спасибо. Самое главное, помог. Мы вчера с ним целый день вот этот бампер делали. Ну все, вот такое сегодня видео про бампер передний. Всем привет! Потихоньку дела идут, дождь у нас идет, на улице холодно. Мы вчера даже гулять ходили, то куртки одели, да, вечером. Да. Пошли с ним прогуляться вечером. Сейчас градусник гляну, чтобы заснять там, сколько она у нас. Блин, сейчас приближу специально. Так, то есть плюс 14, ну прохладно. Кажется, как будто плюс 10, да? На улице. Ветра вроде нету. Дождичек прошел. Ну все. А, еще не все. Еще не все. Мы же этот привезли. Блин. А, крыло? Крыло. Сейчас я ключи, ребята, возьму. Ключи возьму. Девочки, здравствуйте. Приятного аппетита. Нифига себе слинял. Григорий за столом сидит, а? Мы там гайки крутим. Нифига себе. Офигел, чувак, быстро слинял. Ну ладно, это я шучу, конечно. Да. Один в темноте, блин. Да. Вчера еще к Женьке гонял.
Ребята, вот он мне, крылья мне размеры сделали. Так, бери, Саша, сейчас мы пойдем туда, во двор. Так. Нет. Так. Еще я привез что-то я привез. Тормозные колодки все. Но это я не покажу, потому что не время еще. Будет все меняться на другое. А крылья сейчас. Блин, ты вот эту часть отдельно я буду снимать, Саша. Да, вот, ну похожие, посмотри, да, чтобы. Да, да. Так, вот они, видите, готовые. Хоп. Так, эту ложим. Теперь самую большую часть. Теперь самую большую часть мы сейчас примерим. Так. Вот. О, а ее можно оставить. Так, что-то. Нет, это вот. Разверни. Нет. Смотри. Нет, они мне загнули ее в другую сторону. Они в другую тут сторону. Тут все нормально. Ага, ладно, разберемся. Ты, если что, на левую я им скажу, они на левую сделают. Так, это у нас часть задняя. Вот они, вот это правильно. Так. Так будет. Еще одна часть крыла. Это вот я сейчас сообразить надо, мы как тут ее делаем. Так, прикладывай. Вот так будет. А это будет. Сейчас я подожди, закрою. Тут приложение всякие у меня вылазит. А это походу будет. Блин, далеко не снять. Да, это будет как-то так. Все, тогда все пучком. Ну все, где-то. Немножко ошиблись с одним. Но это бывает, у нас, в принципе, она останется. Мы ее на левую сторону просто перекинем. И все, и ничего страшного. Они просто правую-левую сторону перепутали. А так ничего страшного. Ладно. Ладно. Так. Да, они срез. Срез, да, они на другую сторону. Вот да, эту. Да, была. Ага. Ну ничего страшного, как бы есть у всех запарки, то есть у парней тоже, видимо, были запарки. Так, ну что, все, да, наверное, да, по крылу. Ну вот такое видео сегодня, всем пока. Пока, давайте удачки и все, на этом, на бампере, вот на этом так и закончим, наверное, видео. Будет называться, что, новый бампер у пионера. Давай.